Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, ребята. В прошлом эпизоде мы купили себе алтарь и начали прокачивать орб, но я толком еще не знаю, как он прокачивается. Да, сейчас мы посмотрим. Сейчас давайте еще, наверное, поубиваем какое-то количество покемонов, да, если все-таки орб начнется еще больше заполняться, или действительно меня плющит, то посмотрим, короче, ребята, что с этим орбом будет. Но мне действительно кажется, что чуть-чуть, да там что-то заполнилось. Так, давайте. Ну, если он и заполняется, да, то точно не 200 покемонов. Не, если, конечно, там на нем ничего не нарисовано, как бы не показывает, насколько он заполнился, то может быть и 200. Но если мне так кажется, что там что-то заполняется, да, то никак не смахивает на 200, потому что мы уже убили больше, чем 100 покемонов, и если мне кажется, что там есть что-то красное, то это 1000 покемонов. Так как он уже должен был где-то наполовину быть заполненным, если 200 любых покемонов. Мы уже где-то сотку убили, поэтому... Поэтому я не уверен, 200 ли, или он как бы вообще заполняется, да? Давай, давай. Еще хотя бы на одну ресочку. Чтобы я убедился, что ты действительно заполняешься. И что меня не плющит. Ну давай. Ребята, он заполняется. Сейчас я уверен на 100%. Смотрите, есть там ресочка, ребята. Есть ресочка. Значит, от любых покемонов. Ребята, сейчас мы будем все орбы прокачивать по очереди. Отлично. Сейчас я уверен, что он просто заполняется. Сейчас я уверен и уверен, что у меня не глюки. Короче, ребята, он заполняется... От всех, от любых покемонов, как бы. Тебе нужно просто убивать покемонов, любых. Отлично. Это отлично, ребята. Так как действительно он заполняется. Это я сейчас просто уверен, что он заполняется. Значит, ребята, нужно нам убивать всех покемонов подряд. О-о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 . Значит, сюда нужно или хилку принести, или еще что-то, потому что фиг его знает, если это каждый раз бегать домой, чтобы лечить Мью. Я не знаю, ребята, там куча всего. Так, давайте пока что вот это. Так. Заполняйся, давай, давай. Но на 200 никак он не заполняется. Нужно посчитать, когда типа он заполнится еще на одну. Когда он заполнится еще на одну резку. И потом считать, сколько покемонов мы убьем, чтобы он заполнился еще на одну резку. И так мы будем знать приблизительное количество, сколько нужно покемонов, чтобы он заполнился. Ну давай, еще на одну ресочку. Ну давай, давай, давай. Ты же будущий Молтрес, так получается. Не, ну в принципе не будущий Молтрес, хотя, как это, не знаю. Да, давай уже, давай уже. Давай сюда покемонов, любых. Ну давай еще на одну ресочку. Ну давай. Что-то никак не хочет. Ну ночью тут вообще толком никто не спанится, как я заметил. А может его в руках держать нужно реально? А то что-то я как-то сначала его в руках держал. Ну сейчас мы посмотрим. Может, реально нужно, ребята, я не в курсе, поэтому давайте проэкспериментируем. Да пофиг. Ну, действительно, там что-то есть, поэтому я уверен, что он заполняется.
Давай еще на одну рысочку. Или он уже заполнился еще на одну рысочку. Просто там четко так не показывается, насколько он заполнился. Ну ночью тут реально никого толком нету. Да, он вроде еще на одну рысочку заполнился. Давайте еще на одну, ребята, чтобы быть уверенным. Так, идем домой. А вот что это за штука? Что это за штука, чтобы больше количество ударов было у покемона? То есть, если у Мью сейчас там 4 удара, да, и один удар можно ударить 20 раз использовать, другой там тоже 20, другой 10, еще другой 10. Чтобы увеличить это количество. Вроде есть какой-то итем, но я не в курсе какой. Сейчас, может, посмотрю. Я вроде знаю, что он реально существует. Ну, как бы есть, да. Но точно какой итем, я не в курсе. Так, сейчас. Что у нас? Да, сейчас. Ну, в принципе, действительно, давайте вот это все поскладываем в сундуки. Так. Ну да, сравните вот этот орб и вот этот. Как бы видно, что заполняется. И заполняется, наверное, только тогда, когда он в руке. Я так думаю, да. Если так считать, ребята, так можно взять сразу 3 орба. Как бы разные, да, огонь там и другие. И просто оставить их в инвентаре и просто идти прокачивать, ну, как бы убивать покемонов. И так выходит, что 3 орба сразу будет заполняться. Так, наверное, он только заполняется, когда он в руках. Ну, мне так кажется, я не в курсе. Ну, как бы вот так он не будет заполняться, да. А если возьмем его в руки и будем убивать покемонов, то так он, я думаю, будет заполняться. Ну, в принципе, я не знаю. Так. Давайте вот это попробуем. Фиг его знает. Нет. Я не знаю, ребята, но я знаю, что есть какой-то. Вроде. Не знаю, ребята. Не знаю. Ладно. Идем и поспим. И выложим Typhlosion в компьютер и возьмем, наверное, Пиджия. Шайни Пиджия. Пиджия. Так. Так, где наш Шайни Пиджи? Вот он. И реально нужно, ребята, ловить покемонов. Так, ну, давайте возьмем. Сейчас, давайте, будем мы всех. Сейчас реально нужно просто всех, если он от всех заполняется, от любых покемонов. Тогда просто отлично, ребята. И тогда у нас будут все легендарные. Все, просто действительно все, так как все. Ну, еще нужно Гравдона словить, да. Ну так все. Еще одного. Вот действительно, он уже почти наполовину заполнился. И действительно он заполняется, когда в руках, мне кажется. И нужно будет еще одного фосил покемона словить. И нужно будет еще словить. И как бы у нас уже будут все вот такие покемоны, фосилы и легендарные, да. И нам будет. И как бы будем потом ловить всех вот таких обычных покемонов, да. Так. Почти что половина, как я заметил. Почти что. Давай. Сейчас мы будем всех убивать. Я действительно думаю, нужно будет скрафтить себе лечилку и принести ее сюда. И поставить просто по целому острову факелов.
И ночью тут ходить и всех качать. Ну, как бы всех убивать тоже. Или он от больших уровней как бы прокачивается, вот этот орб, или пофиг от каких. Да ты ж... Да, давай, 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 вот тебя можно... А? Голдин. Ну давай. О, Пиджи уже эволюционирует. Отлично. Давай. И кого бы сейчас словить? Ну как бы сейчас нам нужно прокачать вот этот орб по полному. Пиджиотто Шайни. Отлично. У нас... Сейчас. Нужно подумать, кого можно словить, кого у нас еще нету вот тут поблизости. Вот Шелдера можно. Только я не знаю, как он эволюционирует. Напишите, ребят, кто знает, как Шелдер эволюционирует. Ну, мы его, походу, словили, как я понял. Да. Кто знает, ребята, напишите, пожалуйста. От обычной прокачки или от камня какого-то? О! Уже наполовину заполнен, ребята, наполовину заполнен, отлично. Ну, конечно, да, действительно очень долго, я не знаю, 200 покемонов или, может, чуть-чуть больше. Хотя, ну, фиг его знает, ну, вот так, если считать, то мы всех, почти, всех подряд убиваем, и это как бы с помощью Мету... Считайте, мы так всех убиваем, да, и как бы еще своих покемонов прокачиваем. И прокачиваем орб. О, тебя тоже можно словить, тебя у нас нету. Ультрабол. 10 мастерболов, охренеть. Если так считать, осталось только 4 легендарных покемонов, да, и у нас есть 10 мастерболов. Давай. Ну, словись ты уже. Отлично. Еще один покемон, которого можно прокачать. Ух, реально нужно вот так. Так, давай. Наполовину, по идее, уже заполнен. Если заполнен... Отлично. Ух, тебя тоже у нас нету, нужно словить, но... А на кого я тебя вообще кинул? Ну, в смысле, на тренера какого-то, что сразу столько покемонов. Ну, по идее, да, но... Я его, если честно, даже не видел, где он был. Так. Уже больше половины, ребята. Офигенно. Да, нападайте, вот сейчас нападайте. Сейчас я всех подряд убиваю. Ну, с помощью мета действительно немного так быстро будет. Даже не немного, а... Наверное, реально нужно себе сделать вот хилку и просто поставить ее вот сюда, на остров.
Да и все. И не бегать вообще домой. Хотя нет, это как-то... Не знаю, думаю, нет, так как мы будем просто на острове. Хотя фиг его знает. Ну как бы на острове, да, куча покемонов. Если, например, бегать так по лесу или еще где-то, то мне все-таки кажется, что больше покемонов мы тут сразу так перебьем, чем мы будем бегать по лесу и их искать. Ну, мне так кажется. И так, мне кажется, более быстрее их прокачаем. Так, уже нужно идти домой. Саламенс, или как он там называет, вот с этим покемоном дольше будет убивать покемонов. О, отлично, еще одна эволюция. Ну давай, 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 отлично, вот он. Так, сейчас. Вот. Так. Хотя нет, сейчас, секунду. Так, 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 давай. А, твой, действительно, нужно домой-то идти. Так. Идем домой, быстренько, быстренько. Так. Вылечим. Давай, давай, давай. Ставим его в компьютер и берем вот тебя. Так. И идем опять на остров, на остров, на остров, на остров, на остров. Быстренько нужно прокачать орб, ребята. Молтрес, молтрес, молтрес. Ух, давай, давай, давай. Так, отлично, отлично. Уже ночь сейчас. Ну давай, ну прокачивайся уже. Уже больше половины, ребята, это заметно. Ну давай. Так, отлично, 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 отлично. У, еще поднялся немного вверх. Так, уже хочу Молтреса. Ну, как бы не уже хочу Молтреса, еще, конечно, качать нужно, но... Почти что уже он прокачанный, вот этот орб. Ночью, вот ночью я не знаю, мне кажется, такое ощущение, что просто ночью тут меньше покемонов, чем днем, поэтому... Днем сюда проще ходить, мне так кажется. Он вообще качается там? Ну, вроде да. Как вообще этот... Вот этот покемон прокачивается? Просто вот этот. Просто как бы вот так. С помощью уровня или там что-то такое нужно? Не, ну я знаю, как происходит его вторая эволюция. Как бы нужно вот Шелдера ему на хвост надеть, да, и он как бы прокачается. Но вот тут я не знаю, как он прокачивается. И как Шелдер прокачивается. Вроде тоже просто с уровнем. Сквиртл, сквиртл, сквиртл.
Сейчас пофиг, кого убивать, ребята. Маленький уровень, большой уровень. За всех покемонов идет немного опыта для наших покемонов. Но как бы... И прокачивается орб. Поэтому... Так. Так. Да кто там умирает столько? Да я тебе... Так. Вот тебя еще можно. Тебя тоже можно. Сейчас, в принципе, вот этих тренеров, мне так кажется, любых уровней можно убивать, так как у них нормально так покемонов. Ладно, давайте вот этим. Вот этим с двух ударов как бы тоже неплохо, но с двух, с одного. О, покемон босс. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, отлично. Давайте уже сейчас доиспользуем вот эти умения, что остались в Мьюту, как бы. Сколько тут? 7? Фиг его знает. Так, давай. Ты ж... Вот. Давай. Ну, если так считать, то уже скоро Молтрес. Не знаю, скоро ли, но... Видно, что уже орб почти что заполнен. Так. Почти. Так. Кинул в одного, попал в другого. Да. Нет, в принципе, как-то... Сейчас мне, если честно, наверное, без разницы, кого убивать. А представьте, если бы только огненных покемонов. Это бы сдуреть можно было. Столько огненных покемонов, где бы я их нашел. И сколько бы я их искал. Ну давайте еще тебя убьем. Ну, как бы, твоих вот этих. Так, и ребята, давайте на этом закончим эту серию. Наверное, уже в следующей серии мы прокачаем наш орб. Я так думаю, честное слово, не знаю, но если вот так всех убивать покемонов, то по идее он уже почти что прокачанный, как бы где-то на процента так 80, мне кажется. Нет, хотя где-то на 75. Ну, короче, почти он прокачанный, ребята. И давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.